Девочки или мальчики? Мальчики. Попа или грудь? Попа. Набить себе или кому-то? Кому-то. Тату-мастер или онлайн-коуч? Тату-мастер. Деньги или правда? Правда. Грешница или святоша? Грешница. Слабая или сильная? Сильная. Наглая или скромная? Наглая. Сверху или снизу? Снизу. Бухнуть или дунуть? Бухнуть. Папа или мама? Папа. Сдержаться или заплакать? Заплакать. Тихая умница или развратная сучка? Развратная сучка. Ташкент или Питер? Ташкент. Любовник или друг? Друг. За умные посты или простые тексты? Простые тексты. Учиться жизни или учить жизни? Учиться жизни. Мечта или реальность? Мечта. Путин или Трамп? Трамп. Готова честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 23. Какой ты национальности? Татарка с узбечкой. Веришь в Бога? Нет. Татуировки — это грех? Нет. В чем смысл тату? Это искусство. Может, это просто мода? Нет, это искусство и душа. Почему татуировки считают признаком психического отклонения? Ну, потому что люди необразованные. Самая неудачная твоя работа? Так, подожди. Наверное, первые мои работы. Ну, первые татуировки, самые неудачные мои. Делала тату на члене? Нет. Самая популярная часть тела для тату? Ребра и руки, предплечья. Со скольки лет можно делать татуировку? С 14, но в присутствии родителей, а лучше с 18. Твое первое тату? Моя татуировка на спине — лотос. Сколько тебе было лет? 19. Сколько зарабатываешь? Ну, это секретики. Точная цифра? Сейчас я не могу посчитать, потому что всю сумму мы вкладываем в студию. Я почти ничего не зарабатываю. От? От 3 миллионов. Минимальная цена за работу? 300 тысяч. Тату-салоны – это рассадники инфекции? Нет, ни в коем случае. Продвигаешь онлайн-платформы? Да. Занимаешься мошенничеством? Нет, я не люблю обманывать людей. Онлайн-платформа – это правда? Да, да. Употребляла наркотики? Нет. Бухаешь? Иногда выпиваю сидр. Считаешь себя особенной? Нет, я обычный человек. Насколько ты оригинальна от 1 до 10? До 5. Самая трагичная ситуация в твоей жизни? Когда умерла знакомая. Ты любила? Да. Разбитое сердце? Нет. Любовь — это? Любовь — это уважение и доверие. Почему вернулась в Ташкент? Решила открывать здесь студию. Хорошо там, где нас нет? Нет, хорошо там, где родные люди. Как тебе наши люди? Отлично, обожаю их. Тату — способ выделиться из толпы? Нет, это выражение себя, своей души. В чем твоя фишка? Да ни в чем, я обычная, как все. Делала тату пьяной? Нет, нельзя. Самая смешная ситуация в жизни? Подожди. Да нет у меня таких ситуаций. Ну, у меня все ситуации, они немного смешные, потому что я люблю поржать. Резала себе вены? Нет. Как часто плачешь? Постоянно, каждый день. В чем смысл твоей жизни? В удовольствии, в наслаждении. Ты би? Нет, я по мальчику. Три вещи, которые тебя бесят? Когда люди опаздывают, неуважение и когда люди ставят себя выше кого-то. Хотел бы попасть в рай? Нет, я же не верю. Ты принцесса? Нет.